Всем привет, с вами я, Вадим Сена, игра Red Redemption 2. Мы сейчас находимся в городе под названием Сан-Денис. И у нас сейчас Дач Вандер Линден, Анжела Бронт, Человек Чести. А тут какие-то еще знаки вопроса. Незнакомый человек. Научное милосердие. Здесь вы можете кое-что повстречать. А здесь тогда что? Давайте. Так, я не выйду, что ли? Суп-китчен. Наверное, где-то здесь. Да, конечно. Ай, купишь мне выпивку, мон, амин. Поговорить. Конечно, что вам нужно? Бренди. Два бренди, приятель. Путь художника, он под вами. Ну, тогда надеюсь, что это самое лучшее. Спасибо, Санте. Хорошенько страну вы тут строите. Кто строит? Я? Не знаю. А чем ты занимаешься? В основном людей стреляю. Как это по-американски. Мне нравится. А ты чем занимаешься? В основном я пускаю пыль в глаза, рисую, жалуюсь. Как это по-французски. Знаю. Я посмешище. Я объездил весь мир. Повидал все красоты и постиг одну вечную истину. Я первостатейный, как это, обосранец. Засранец. Это тоже. Ну, по крайней мере, ты познал меня. Где тебе довелось побывать? Во всей цивилизации мира. Я рисовал свои картины, общался с местными, все. Ты художник? Нет, я обосранец. Кажется, мы это уже выяснили. Да-да, но ты рисуешь. По мнению парижских салонов, нет. По их мнению, я не могу рисовать, не могу, и мне лучше. Вот я и скрылся. Скучаешь по Парижу? По грязному вонючему городу? Со старыми домами призраками? И дерьмом, и французами? Это мне и здесь хватает, пожалуй. Знаешь? Артур. Шарль. Знаешь, Артур, не верь в искусство. Она лжива. Верь в женщин. Они правдивы. Искусство — ложь. Но вагина — это истина. Груди — это истина. Искусство — да, это для идиотов. Ну, тебе виднее. Поверь мне, я пробовал и то намного лучше. Вероятно, я тебя наскучил. Но взгляни. Что это? Это просто небольшая нарисовка, она имеющая никакой ценности, разве что ты захочешь ее. Но я хотел как-то. Это очень мило с твоей стороны, Шарль. Пустяки. Рад был познакомиться. $8. Набросок Шарля Шанте. Жадный идиот вы все. И поплыли тогда сюда. Где моя лошадь?
Тихо, тихо, тихо. Вы сюда, что ли? Слушай, это, конечно, странно прозвучит, но не знаешь, где можно найти самогон? Что? Самогон, ну, такая крепкая выпивка, крайне крепкая. Научное милосердие. Нет, нет, мне для того, чтобы пить. А для чего? Мне просто нужно немного. Ну, по счастливому случаю, ты находишься в алкоголем сердце Америки. Тут очень много выпивки. А если тебе нужен самогон, пожалуй, тебе придется отправиться в лес. То есть тебе совершенно точно придется отправиться в лес. Послушай, мне нужно совсем немного. А сколько нужно? Около 100 граммов самогона. Ну да, зачем? Ну хорошо, я пытаюсь. Я строю машину. Машину любви. 100 галлонов самогона, с ними любовь тебе дешево обойдет. Пожалуйста, друг мой. Я заплачу. Просто доставь его сюда. Это на благие дела. Но если уже это и знаю, где вывозят столько самогон, так это тот парень с дилижансом из Роудса. Поговори с Олденом на станции Роудса. Да уж. Тихо, тихо, тихо. Так. Помощь брату. Блин, он что, будет переключать, что ли? Давай тогда на это основное поехали. Куда ты? Может, он не знает, что мы тут делаем? Ну, испугался нас. Слышь, против движения. Анжел Барон, человек чести. А вот ты где. Готовы, ребята? Конечно. Что еще ты знаешь об этом типе? Только то, что он скользкий, напомаженный шельмец, из которого есть власть и деньги. В общем, слушай, если мы заявимся туда, начнем палить, мальчика точно пристрелят. Это я гарантирую. Таких людей обычно сильная охрана. Никого не пристрелит. Артур, успокойся, парни, мы покорим его своим обаянием. Поверьте мне, это и его дом. Наверное. Ты в порядке, Джон?
Думаю, да. Простите, сэр, нам назначена встреча с мистером Бронте. Вы кто такие? Советую привести своего босса сюда и поскорее, чтобы мы могли все обсудить по-джентльменски. Выполняй, парень. Что-то мне кажется, что... Это и было особое обаяние? Успокойся, все под контролем. Да. Ребят, мы пришли с миром. Просто надо уладить кое-какие разногласия с вашим боссом. Самое интересное, все чернокожие. Ну, вот здесь вот уже не чернокожие. По-итальянски. Кто эти клоны? Они пришли за мальчиком. Зачем вы схватили его сына? Прошу прощения. Я спрашиваю, зачем вы забрали его сына? Мы ничего против вас не имеем, сэр. Как вероятно, и вы про нас. Но если вы хотите, чтобы в этом ком скоро будет много мертвых людей. Вы приходите в мой город. Там воняете навозом, выглядите вообще не пойми как. И приходите в мой дом, даже не приняв, а потом указывайте мне, как поступать. Вы ищете моего сострадания, разве я проявил недостаточно сострадания? Тем, что разрешаю вам дышать в моем присутствии? О, конечно. Послушайте. Мы простые деревенские парни. У нас никого нет, кроме друг друга. А вы пришли и забрали его сына. И все из-за какого-то спора с каким-то бывшим рабовладельцем. Но никто из нас не имеет к этому отношения. Вы не имеете отношения к унижению винокурни. Мы были просто невинными очевидцами. А где мы и не были невинными, ну, мы поступали по неведению. Ты просто извращаешь каждое слово, бессовестный лжец. Считаешь, что ты лучше других? Ты мне нравишься. Принесите выпить этим людям, Анджело Бронте. Дач Вандерланда. Тур очень приятный. Джон Марстон, мое почтение. Что-то все равно мне... Что ж... Вы вернете сына моего товарищу? Конечно, конечно. Но... Неужели я останусь в убытке из-за этого недоразумения? Я уверен, что вы этого не допустите. Нет, 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 у меня есть предложение. Выполните для меня одну простую работу и получите мальчика. Что за работа? Пара олухов повадились грабить. Подходящее место лучше придумать нельзя. Люблю этого парня, люблю тебя. Так вот, эти ребята, они не просто оскорбляют, но еще и не платят дань уважению живым. Завидев моих людей, они упускаются к... Так что, может быть, вы двое, и вы, мистер Вандерлинда. Вы расскажете мне еще что-нибудь о моих... Салюте. Садитесь на лошадь. Упс. Чё так медленно? Больше никто? Кладбище, воры. Думаешь, он держит нас за дураков? Кто знает, а кого выбор? Да никакого. Просто бред. Ты знаешь, где кладбище? Вроде да, уже проезжали мимо, внушительное. Ты знаешь, ты молодчина, держал язык за зубами. Ты поверил хоть одному слову этого ублюдка?
Мы даже не знаем, где Джек. Слушай, мы нашли Бронта, мы добрались сюда. Дач сейчас с ним. В общем, все могло быть гораздо хуже. Бедняга, я был ему плохим отцом, надеюсь, что он в порядке. С ним все будет хорошо. Думаю, что Брейтауны хотели держать Джека в заложниках, чтобы получить от нас все деньги. И отправили его сюда, чтобы мы не смогли до него добраться. Бронта знает, что Брейтаунов уже нет и никто ему не заплатит. Джек ему больше не нужен. Давай разберемся с этим и пусть Дач занимается всем остальным. Я надеюсь, ты прав. Где тут это кладбище? Так, думаю, это здесь. Не шуми. Давай привяжем лошадей. Где тут привяжем лошадей? А у меня тут негде привязать лошадей. Да подождите, привязать. Следуйте за Джоном. Да, сука, кладбище нам. Осмотрите кладбище, найдите грабителей могил. Не шум, мы не хотим их спугнуть. Слышь, надо защитить источник шума. Ну, шум. Hey there, boy. Привет, дружок. Они где-то поблизости, надо искать. Это слышно. Давай. Прикольно. Please, God,
блин, застрелили твоего. Да чтоб его. Запустить задание. Простите, придется заново. Я же думал, я забыл уже, как переключать. Я постараюсь по-быстрому. Давай ближе подходи, не бойся. Я первый, отойди. Нет, я первый, куда пошел? Блин, все равно последний минут. Пропустим. Все уже видели это, да. Не, не в ту сторону ты поехал. Давай, Джон, открывай дверь. У тебя только такая. This way. Thank you.
Привет, дружок. Ищем дальше. Наверняка не припрят добычу где-то здесь. Хорошо, но нужно поторапливаться. Мы не можем вернуться с пустым руком. Давай посмотрим, откуда у нас стреляли в начале. Сейчас я обыщу их. Кладбище фонари. Впервые вижу такое. Уже что-то нашел. Подобрать. Это не грабители. Есть. Отлично. А теперь уходим. Идем обратно ко входу. Куда ж ты? I found a body. It looks fresh.
Еще теплая кровь сочится, должно быть, убили только что, они еще здесь. Блин. Не отходи. Стоят. Там двое же стоят. Куда ты бежишь? Хорошо, что я не религиозен. Давай вернемся и заберем его, как договаривались. Ты в порядке? Надеюсь, он не подшутил над нами. А я почти... что он с нами играет, но посмотрим, не горячись вроде. Есть у меня ощущение, что все новости тут он узнает быстрее. Я же говорил, посмотрим, что к чему. Ладно, пора закончить с этим делом. Ну, вас долго не было. А где наш папа, папа? Как я сказал, у вас долго не было. Я так рад, пора идти. Он славный малый. Эй, друг. Поблагодари мистера Бронта за все. Знаешь, Артур, мистер Бронт пригласил нас на званый вечер в дом мэра. Ничего себе. У нас простых деревенских парней. Вот. Ну и куда? Следую за задачами. Поехали, Джек. У нас теперь новый лагерь. Тебе там понравится. Ладно, давай вернем мальчика матери. У тебя точно все хорошо, сынок? Все хорошо, папа. Бронте сказал, что вы придете за мной. Мне жаль. За что? За то, что мы так задержались. Мне было весело. У меня была своя комната с большой кроватью и коробкой для игрушек. И куча книг. О, что они с тобой делали? Ты спагетти когда-нибудь ел? Это что? Что это? Это еда, она похожа на червей, но при этом вкуснейшая. Да ну? Папа Бронто научил меня кучу итальянских слов. Пожалуйста, не называй его так. Что такое кавало, знаешь? Это значит лошадь. А пантофолы это шлепанцы. Шлепанцы? Они дали мне две пары, одну для дня, другую для ночи. Ну, я просто рад, что ты жив. О, да. Я прекрасно провел время, но я очень скучаю по маме. Она по мне скучала? Да, конечно, ты даже не представляешь, как. Джек, я так рад тебя видеть.
А тебя тоже, дядя Артур, вы поймали плохих людей. Каких? Тех на кладбище. Дядя Дачи и папа Бронта мне сказали. Мистер Бронта. Да, я и твой папа с ними разобрались. Я ему говорил, что так и будет. Погоди, ты еще не видел новых лагерь. Опять новый? Там есть дом, правда не такой хороший, как у мистера Бронта. Это хорошо. Сейчас приедем туда, умоешься и поспишь. О, я вчера мылся в ванне. Но это хорошо. Наверное, уже приехали, да. Они вернулись, мне кажется, я вижу Джека. Эбигейл. Эбигейл. Мы нашли твоего сына. Мы его нашли. Мама. Не волнуйся, мама. Меня хорошо кормили. Итальянская еда. Ты когда-нибудь пробовала? Иди сюда, глупенький ты мой. Вы его нашли. Вы вернули мне сына. Дач, Артур, спасибо. Спасибо. Мой сын снова за мной. Джек, Джек, Джек. Как ты, парень? Я в порядке, спасибо. Теперь все уже хорошо. Эбигейл, я пойду играть. Ну и... Мы пообщались с мистером Бронте. Он... Тот еще персонаж. Даже так. Ты когда-нибудь раньше видел тяжеловесов из Италии? Только в цирке. Ну, сейчас я тебе все о нем расскажу. Джон, а ты иди побудь с семьей. Артур... Спасибо. Ребята, нам предстоит работа. Интересная работа. Но сначала давайте выпьем. Мы привезли Джека. Ну, слава богу, мальчик спасен. Спасибо, Артур. Я... Я даже не знаю, как это выразить. Я понимаю. Давай. Как Дач сказал, побудь с семьей. Вообще, добыть, давай, иди сюда. Ваша доля 112 тысяч. Задание выполнено. Давайте мы празднуем или как? Интересно, как долго они будут вот это петь? Прошу прощения. Болезнь. Все никак не отойдет. Круто. Ладно, мальчику нужно отдохнуть. До свидания. Хорошо, что ты снова с нами, Джек. Мы по тебе скучали. С возвращением, Джек. Спасибо.
Что ж, я тоже пойду спать. Где моя кубышка? Слышь, спать он пошел. Давай иди спать, чё разлёгся? Не, кофе. Кроме кофе, я хочу кушать. Да эти, мой друг. Как скажешь. Манго, служанки, рай, нетронутый рай. Что так и будет. Да, наверху. Чё так себе. Ну вот однажды рано утром моряк сошёл на берег. Тяжелый для оружия. Ар. Само взводный револьвер, ковбойский револьвер, дробовик, обрез. Спрингфилда. Болтовая винтовка. Син-карабин. Карабин Ланкастер. Двухствольный дробовик. Дробовик обрез. Ковбойский револьвер. Самозаводный револьвер. Вот самое лучшее — это винтовка с откидным затвором. Мстить на плечо. Что ж, давайте. Такую одежду, гардероб. Спать нет? Где спать? Чуть не понял. А вот спать.
Е. Будем отдыхать. Три часа поспим. В общем, утро настало. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за внимание. До скорого. Всем пока-пока.